Now fuck that. Всем привет, с вами Максон, и это вторая часть прохождения Alien Isolation. Я надеюсь, что дальше будет интереснее, потому что первая часть была слабенькой, честно говоря. Я только под конец начал окунаться в атмосферу страха, да и, собственно, мы еще ни врагов, ничего не видели, так что погнали проходить. На самом деле мы остановились на каком-то лютом месте, то есть с потенциалом в страх. Потому что там, вот я вижу кровь, что-то написано. Ну, в принципе, это много где было уже. Но чем дальше, как я говорил в прошлом видео, я нахожусь в спокойствии, тем очковее становится играть дальше. Давайте походим, попробуем найти что-нибудь интересное, полезное здесь. Потому что пишут нам, находите схемы, находите там что-то еще. Это вам пойдет только лишь на пользу. Поэтому, если я сейчас что-нибудь хорошее тут найду, то будет круто. Но тут что-то все сломано и... Ни хрена нет, вот только... Это Тернер. Ой, у записи. Загонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Ладно. Какие-то истории тут неинтересные. Зашкварные. Оу, журнальчики. Короче, погнали. Даже не знаю, правда, куда идти. Вот есть сюда вход, есть справа дверь. Ну, зайдем сначала сюда. Здесь ничего. Непонятно, что-то написано, короче. Перевернуто. А здесь не открывается ничего? Нет. А зачем тогда вообще нужна эта дверь? Чтобы запутать меня? У вас это получилось, я купился. Для этой двери нам тоже нужен резак. Кстати, резак... Я так понимаю, очень хороший инструмент, но его сделать или найти надо, фиг его знает. Очень много дверей я уже упустил без этого резака. В скором времени, я думаю, мы его сможем соорудить, либо найти. Я просто не знаю, он делается, либо находится. Так, ну что, тут опять магнитофон какой-то. Там что-то говорят, но нам не переводят, значит, это не так уж и важно. Ага. А, ну да, тут, собственно, дверь закрыта. Черт. Оу. Труп. Трупец. Ага, я могу взять у нее вот этот молоток. Будет ли считаться это резатком? Я думаю, вряд ли. Но в любом случае, нам нужно в эту щель. Не очень приятно лазить по щелям. Залезть. По этим вентиляциям, потому что мало ли в узком пространстве с кем-нибудь пересечься, это будет просто разрыв жопы. Залезть. Так вот вылезать тоже на самом деле неприятно. Она стоком тут не шлепнет. Я надеюсь. Это я-то громко шагаю или... Мне кажется. Скорее всего, я. Фу, тут какая-то слизь. Я так понимаю, это вот этого чертила, да? Вот этот вот чужой падла. Опа! Я внутри. Внутри с трупом не очень приятно, конечно, звучит. Надеюсь, она не оживет. Взять специнструмент. Нужно больше, чем тебе. Фу, какие-то жучки разбежались. Отлично, специнструмент. Теперь я смогу вскрывать всякие штуки. Жетон, при помощи которого... О, круто, ачивка. Которую я смогу получить явно доступ к каким-то дверям. Я хочу подать жалобу. Жалобу этому... Короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Уотсон! Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Там на станцию пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыты. Спрятались и сидят.
Замерз как цуцик. Первый раз такое слово слышу. Выражение, точнее. Так, нас тут... Водица льется. Короче, мы теперь можем открывать супер-двери. И на самом деле... Что опять за звуки? На самом деле, таких дверей я встречал по пути как минимум штуки 4. Но здесь внутри нам нечего открывать. Давайте вскроем вот эту. И еще можно будет вернуться там открыть. Я думаю, это будет, собственно, и главная цель. Открыть ту дверь. Потому что тут такие мелкие, никуда не ведущие. А там, скорее всего, главный проход. Ну, то есть помните то, что было в прошлой части, если вы смотрели ее. Хотя, если не смотрели, не советую. Нельзя так говорить в своих видео, но я не советую. Ну, там, типа, просто разгон и в чем вообще суть истории. Правда, может быть, и стоит посмотреть, но... Если вы ждете скримеров, там их нет. Парочку. Легких. Я испугался. Его назвать не можешь. Мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть. Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Вы слышали опять какие-то звуки? Что за звуки? Я что-то должен был увидеть? Кого-то? Или это музыка просто специально пугает? Короче, возвращаемся назад, вот туда вниз. Здесь я уже, так понимаю, нашел все, что мог. Клей, там еще что-то. Вот эта дверь. И еще ведь до этого где-то были... Но я не знаю, есть ли смысл возвращаться. Я на самом деле, быть может, уже и забыл правдивость, где есть дверь, а где нет. Ну ладно, не буду вас смущать. Пойдем в нужную нам дверь. Правда, я сейчас чекну карту. Ну, тут ничего не написано. А, стоп. Легенда. Закрыта. Ага, как это я туда могу пройти? Вот зал ожидания, там еще есть дверь, которая тоже закрыта. А стоит ли вернуться назад? Слушайте, дайте я вернусь, но для вас это будет на мгновение. Блин, слушайте, а почему так? Я думал, тут висел замок. Возвращаемся. Немножко лажанул просто, ну ничего, открываем. О, даже заставка какая-то. О, как. Руки вверх. Ладно, ладно. Человек. Лысый человек. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка, только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Тихо, мужик. Полегче. Так. Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Окей. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Мне кажется, он скоро откинется. Кого я не встречаю, я про всех так буду говорить. Ну, иди. Веди меня, лысый мужик. Чё? Зыришь? Да, я не намерен тут долго торчать. А, сюда. Могу помочь открыть, между прочим. Помочь даме, как говорится. Капец, тут замки, конечно. Опа! То есть я должен идти первый, да? Значит, я первый откинусь. Так это ты за мной шел. Ну, я держался подальше.
чтобы не рисковать. В смысле, за мной шел? Я что-то не помню, чтобы за мной кто-то шел. Выход на станцию. Не, что-то я в такую темень не хочу идти, хотя... Что? На самом деле, там может быть что-нибудь интересное. А ну стоять! Кто там? Тихо! Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Ну ладно, чё. Ну это... Я бы на самом деле с ними пошел. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Да наоборот бы, если здесь какая-то хрень бегает, а мы знаем, какая хрень здесь бегает, то лучше бы наоборот скооперироваться же вместе, нет? Что-то какая-то... Ну ладно, они же с одного все корабля, они друг друга должны знать, наверное. Ну я так понимаю. Слушайте, может быть, все-таки в темноту? У нас есть... А, у нас нету этих осветительных штук. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Нет, конечно, не соврала. Погоди, сейчас лифт открою. Давай. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ласка магия черного? Магия лысого. Ладно. Где? Чего ждешь? Так я ж подошел, а во. Грузовые перевозки. Тут должен быть номер телефона. Следующая остановка. Грузовой терминал. О, слушайте, а в лифтах сидухи, это прикольно. Давай ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Иди первый. Он похож на какого-то нового русского, такого старого нового. Поняли? Типа из 90-х там. Ему еще цепоху какую-нибудь нацепить и все. Так. Здесь ничего интересного вроде. Сори, что я оглядываюсь. На компе, конечно, поудобнее мышки. Там покрутил, повертел. А тут джойстиком пока повернешь, пока чё. Я играю на PS4, если чего. Черт, валим! Со мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигнёй страдаем. Как? Нет никакого выхода. Как присесть? Присел. Надолго ли оно тихо? Ку-ку. А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. А, вот почему. Люди-то тут агрессивные. С пушками ходят. Чё, за ним он сказал? О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Опять через шахту. На вентиляцию. Док, ты давай, давай, ты первый, я... Не буду к тебе задницей поворачиваться. Залезть. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Классно, прилетели на корабль. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Типа люди думают, что люди людей убивают. Не, ну не все знают про монстра, видимо. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Спасибо и на этом. Сенсор. Ботинок можно взять? Я в смысле? Я неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Главное, не откинься, мужик. Так, ну что-то тут, походу, больше ничего. Вот здесь сейчас мы у него тут пороемся. Тут темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Музыку выключил. В смысле, он ее включил? Что-то ее до сих пор, по-моему, играет, нет?
Так, фонарь. Ну, такой себе фонарь. Я прям предвкушаю, что я буду в темноте вот, вот с малюсеньким, малюсеньким осветителем. Попало, а то нас заметят. Пошли. Перезарядить фонарь. А у меня... Не, выключи. А у меня батарейки-то есть? Где-то он сказал взять батарейки. Опа. Сюда. Вещество Б. Мы можем сделать аптечку, батарейки для фонаря. Подожди, мужик. Мне надо сохраниться. Ну вот, вот, поинтереснее пошло. Не то, что в прошлой части, пока там бродил, раздуплялся. Сейчас уже люди хотя бы какие-то есть. Надеюсь, фонарик мне особо не пригодится, но я думаю, нам его не зря дали. Так что без этого не обойтись. Пододвиньтесь, мужчина. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Найдите вход в вентиляцию. Ну вот, придется. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. С фонарем. Ну, я видел прямо там. Ага. Даже вот так тут все плохо, да? То есть, если я сейчас выключу фонарь, я вообще ни хрена не увижу. Как быстро садится батарейка? Можно мне найти шахту? Быстрее, Акси, пожалуйста. Это она? Погоди, я сейчас. Иди, зырь. Можно еще батареек, пожалуйста? Я чувствую, мне не хватит надолго. Давай, давай, быстрее, смотри. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Ну да, да. Только я... По-любому еще в других комнатах мог что-нибудь полезное найти. Ну вот стопудово. Ты там не залезай пока, я сейчас... I'll be back, как говорится. Угу, выключил фонарь, ни хрена не видно. Чё? А, батарейки, класс. Нужно еще что-то найти. Нужно еще батареек. Я чувствую, мне не хватит этого. Надолго. Но пока я ни хрена не вижу. Так, здесь... Ничего. И вот сюда зайдем. А, так собственно... Нам сюда и надо. Вот так это открывается. Я могу выключить, да? Все. Главное, чтобы током в ляжку не ударило. Батарейки немного, но... Есть ли смысл перезаряжать, не знаю пока что. Лучше оглянуться. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль-то называется? Титаник. Тихо! Там кто-то есть! Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Все время мерещится, что эта тварь прямо за стенкой. Иди за мной! Это они про тебя, чувак. А можно сохраниться? Ты же мне, ты же не против? Я сохранюсь. А то через такую шахту переползли. Мало ли что там будет потом. Перезаписать, сохранить. Так, да блин. Мне бы что-нибудь полезное поискать, но я думаю, что лучше далеко от этого мужика не отходить. Тем более, что он там прячется. Ладно, я тут чекну немножко обстановку. Надеюсь, я ни на кого не наткнусь. А, это уже лифт. А мы ли не на нем приехали? По-моему, мы тут и были, собственно. Ой. Ничего не нашел интересненького. Что у нас? Я что, шумел? Ладно, прям вот по чуть-чуть двигаю стик. Прям по миллиметражу. Что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Я стою. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Вы бы потише шептались. Да. Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше... Точно!
Проскочишь потихоньку. Куда? Кто последние запасы проверял? Ну я. Ага. Что, ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Та-та-та-та-та-там. Та-та-там. Хорошо тут спрятались. Та-т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 а-
оружие наготове. Ты зачем легла-то? Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Та-та-та-та-та-та. Я говорю... А ты поменьше говори. Хотя, лучше, наверное, было бы лечь. Идем. Он меня может спалить. Добавить сейчас, вон тот чувак. Нет? Найс. А куда идти-то? Сюда. Я правильно иду? Я, видимо, да. Генератор, где же ты отключаешься, мой милый друг? А, не сюда. Поворот не туда. Ну, вон там компьютер стоит, скорее всего, это он отключает все это дело. Ну вот же ж, поживее. И вот туда вниз спрячемся. Мы сейчас все четко сделаем. Сесть, встать, да, надо? Что случилось? Пока. Генератор сдох. Что? Сам взял и сдох? Там кто-то есть? Нет никого. Я за мной. Так, они идут туда, а я, значит, куда? Я открываю или нет? Рано, да? Оба! Чё, куда бежать-то? А чё делать? Мужик, ты где? Где наш чел? Стоп, стоп, карту. А, отправление и прибытие. Так чё, куда, куда мне бежать? Они там на кипише, а мне куда? Чё? Короче, мимо них, наверное, туда. А, вон же стоит. Сори, чувак, я тупанул. Но... Потише, они еще рядом. Да они меня видели. Они же могут сюда прийти, они же меня видели. Дайте я нас сохраню сейчас. На всякий случай. Вот, поинтереснее, лысый друг. Ты, кстати, он вроде нормальный, я не знаю. По крайней мере, он не наврал нам, что те чуваки ну, с ними лучше не связываться. И он не один из них, как минимум. Так, а тут чё, куда? Всякая древняя аппаратура. А чё ты стоишь тут? А чё делать надо нам? Спастись вместе с Акселем. Следовать за Акселем к транзиту. А чё тут? Чё-то он стоит. Далеко ещё? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Короче, сюда. Что не такого ты ждала от Севастополя? Вообще не такого. А, так Севастополь называется. Я теперь понимаю, почему он похож на... Тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Нового русского. Близкое название к нам, поэтому... Так, личное. Угу. Опись. Опись. Это хорошо. Значит, тут должен быть аспирин и прочее, что там было написано. Хотя, я думаю, за это время это уже все тут стырили. Но вещество Б, кстати, я думаю, не будет лишним, если я... Как там это делается? Создам аптечку. У меня есть все. У меня есть шприц. У меня есть вещество Б. И у меня есть клей. Аптечка создана. Классно. Но я ведь могу сделать еще одну. Раз, два, три. Создать. Классно. Все, я создал две аптечки. Только как вот их убрать, я не понимаю. То есть тут, типа, если ты уже выбрал, то все, не убрать. Не убирается. Ну и ладно. О, фонарь, выключи, выключи. Какие же за звуки? Мужик, иди первый. Кулаки сжал. Ты чё? Ладно, погнали.
Аптечку сразу тогда, если что, буду нести, чтобы вколоть. Можно было резко. Тут заперто, чел. Восстановить под... Обесточено. Эти уроды нас заперли. Ага, и что? Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. В смысле, с той стороны, который? Короче, мне хана, я так понял, все. Все, пизда пришла. Давай. Только ты не убегай. Готово? На счет три. Раз, два, три. Там стой. Там. Что? Чувак! Спасти, спасти! Чё стоишь-то? Как попался? Иди ты в жопу. Уберите руки. На! Скотина такая, не трогай. Не трогай его. Черт. Щет. Сейчас остальные явятся. Надо валить. Живо. Сам такой. Где пистолет его? Бежим. Так ты беги. Походу мертвый. Беги, 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 беги. А чё это, я застрял, что ли? А, заставка. Ты же его убил. А иначе он убил бы меня. Тут или ты, или тебя. Давайте потом. Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это чё за херня? Нет, только не это, только не это. О! О, господи, что это за тварь? Мне надо бежать? Run! На самом деле, ну его в задницу. Откройся. Откройся. Откройся, откройся. Быстрее откройся. Что? Почему? Что делать-то? Открывайся. Быстрее. Или там едет что-то? Что делать? Давай, давай, давай! Да чё? Быстрей! Твою за ногу. Вас приветствует что-то там. О май гад. Чертов ублюдок. Ты вот тварина все делает. Нормально, нормально так, экшен. Лицом к лицу я еще не встречался с ним, но уже видел, как передо мной действует чужой. Дело не из приятных. Мы потеряли нашего лысого друга. И теперь нужно искать нового. Хотя, я думаю, это будет очень сложный процесс, потому что все мужики, которые тут, ну и вообще люди, которые тут ходят, они с оружием. И вот надо было с теми связаться. Сейчас бы было бы проще. Ну, которые двое на лифте уехали. Музыка, конечно, нагнетающая очень сильно. Она заставила меня очкануть. Очень даже неплохо так. Выход к центру связи Sixon Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Угу. Но нам нужно будет выйти на связь. Наша главная цель — попасть в центр связи, да, для того, чтобы связаться с нашим
кораблем, который, я что-то не понял, улетел или не улетел. Тут я могу спрятаться. Угу. Видимо, я должен буду здесь это сделать. Открыть щит. Зачем? Перенаправляйте ток, чтобы включать и отключать системы, находящиеся рядом с вами. Система подпитывается от источника энергии. Ограниченные мощности. Отключив одни, вы можете включить другие. Чтобы узнать, где находятся локальные системы. Угу. Пожалуйста, не оставляйте вещи без присмотра. Как это работает? Система динамиков. Отключить. Нестабильная система включить. Не понял, и чё? А, выбрать комнату. Ну, тут только одна комната. Вот могу выключить. А могу что-то одно включить, короче. Либо динамик, либо нестабильная система. Пусть будет нестабильная система. Подать, отключить энергию. Ну, все. Я не знаю, правильно ли я все сделал. Ну, просто голос этот тетки, я думаю, мне никак не поможет. Что, я должен куда-то ехать? Я на всякий случай вызову транзит, и на всякий случай я сохранюсь. Чувствую, первый раз я уже скоро откинусь или просто выложу на стул какую-нибудь фигурку. Что тут есть интересненького? Плазменный резак, ну да. Здесь чего? Ага. Блин, столько дверей, столько ходов. Как бы не запутаться. Вот я могу пойти сюда, могу пойти туда. Там я вы... Тут я вообще в шахту могу залезть. Там я вызвал к себе... Там кто-то кричит. Стоп, мне нужно попасть на лифте в центр связи. К жилой зоне, к инженерной платформе, к космопорту Севастополя. Короче, я так понимаю, это будет отправная точка в разные места. Не зря сохранился, на самом деле. Здесь заперто, и тут тоже можно через вентиляционную шахту пролезть. Давайте попробуем по ней полазить, хотя на самом деле чужой, мне кажется, в основном здесь и живет. А, еще ни хрена не видно. Ну, вот так вот. Так я сейчас вылезу там, где я только что был. Правильно? Ну да, сократил путь. Что называется. Нет, туда я еще пока не готов идти, там, потому что кричали какие-то люди. Я сейчас вернусь назад и посмотрю, что еще здесь могу сделать. Вернее, даже не сделать, а скорее всего найти полезности какие-то. Остальное мне, скорее всего, не так важно. А, ну так все, и получается, это выходы. А это что? А, ну во, тупичок. Некий тупичок. УРД. Что такое УРД? Управление радиационным динамитом. Заперто? Или это что вообще? Лифт, да, скорее всего, это лифт. Короче, я пошел. Изначально верно. О! Ой, блин. Труп. Хлам, аптечка. Мне показалось, он моргнул. Убрать затвор и... Быть может, тут есть что-то интересное. Хотя, такое ощущение, как будто это я сейчас просто вернусь туда, где я только что был. В смысле? Я же выключил голос, нет? Ну да, я вернулся туда же. А, у меня динамик... Нет, у меня нестабильная система включена. Посередине. Не знаю. Нестабильная система. А вот еще щит. Ну-ка, может, сейчас что-нибудь замучу. Ага. Тут динамики. Вы можете передать нам отзывы и предложения, заполнив анкету. Угу.
Динамики в той стороне, либо нестабильная система здесь. Ничего не понял я, короче. Везде включил систему. Ну да ладно, погнали, короче. Зачем мне эти динамики, правильно? Что они мне полезного дают? Ничего, тут я тоже могу... О, спрятаться. Чувствую, я здесь буду очень много раз прятаться. Вскоре. Погнали. Присяду на всякий случай. Кто знает, что там за люди. Это она меня стреляет? Что-то криво она стреляет. Я спалился? Да ладно. Стоп, а куда мне бежать? А мне туда. Мне все равно на лифт. Иди ты в задницу, тёлка. Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Угу. Контакты перегорели. Ерунда. Изи. Надо ты... просто заменить элемент данных. Давай не здесь. Элемент данных заменить. Это я должен буду, наверное, сделать... Нет, не здесь. А где? Надо спрятаться на самом деле. Ага. Стоп, а мне, значит, надо вниз спуститься. Ну, на другую сторону мне надо. Все, я вижу, я понял. Была да сплыла, как говорится. Не найдете меня, мрази. Патрон для револьвера, которого у нас нет. Мне кажется, или они идут сюда. Вот тут поверху. Кто-то бежит, по-моему. Оп! По-моему, он пальнул меня, не? Если я буду тут сидеть. Я же могу выглядывать как-то там. Я забыл, как выглядывать. Опа. Не вижу. Поближе подкрадемся. Ушел. Вроде ушел. Так, стоп, я верно иду? Да, нам нужно будет где-то тут вниз. Или внизу, или наверху быть. Да не шоркай ты. Что? Как ты меня назвал? Он меня не видит? Видит! О! Прям в булку! Нам сюда, нам сюда, нам сюда, нам сюда, нам сюда! Открывайся, открывайся, открывайся! Блин, прям в жопу попал. Используй аптечку. Эй, вроде она побежала вниз. Пошли. Я туда не полезу. Стоп, я верно иду? У нее твое устройство. Вниз. Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-нибудь. Надо уходить. Да-да-да, придумайте потом. Еще вниз. Я думаю. Или нет, или это уже все. Это крайний низ. Скорее всего, мне вот сюда. И я тут смогу спрятаться, да. Все. Я тут посижу чуть-чуть, а вы там как хотите. Хотя нет, рано, наверное. Че, они даже не подошли сюда. Вот я их когда услышу. А, револьвер! Это полезно. Это очень полезно. Потом он еще и фуловый. Классно. Пропуск. Мультипаспорт. Но я думаю, они сюда не придут вообще. Недостаточно энергии. Где эта пищалка? Вот, надо сохраниться обязательно. Потому что я пробежал, я так понимаю, на шару. Надо было по стелсу, а я так... Пью, прошпилил и все. Отлично. Прям вот эта часть интереснее в разы, чем прошлое. Потому что тут хоть что-то происходит, а там
ничего не было. Мясо? А дальше. Найти электронные данные. Это вот здесь. Где-то здесь. Я могу пойти сюда, но... А, во. Стремные звуки, на самом деле. Верно? Да, я иду верно. Но тут страшно, я аж начал потеть, блядь. Пока ничего не могу поделать. Все, я так понимаю, я от той компашки оторвался. Блин, там опять трупец какой-то сидит. Ну что ж такое-то? Клей, хлам. Мы сейчас тут полезности для себя поищем. Шприц. Отлично. Но моя главная цель — найти элементы данных. Где-то тут показывает. Слева. Вот здесь. О, жетон. А, компьютер я использовать не могу. А, уже теперь просто в этой области. Ну хорошо. Самое главное, что взяли какой-то жетон. Плюшки всякие. Сейчас еще посмотрю, что здесь есть. Хлам. Отлично. Какие-то большие схемы. Какие-то залы. Ну, давай посмотрим, что о, тут господи. Есть. Самописец. Блин, самописец. Что? 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 Нет. Да чтоб тебя. Не все так просто, как хотелось бы. Так. Ладно. Успокойся. Молодец. Какая? Я еще не все прошел. Да какая аварийная блокировка? Я хотел назад еще вернуться. Че, блин? Че делать-то? Че происходит? Куда бежать? Что, что за хрень? Так. Я должен двигать как-то эти штуки. Зачем? Видимо, что-то заблокировать я должен или чего? Я не понимаю. I don't know. Или наоборот разблокировать. Все, дальше не двигается. Элемент данных. Есть. Есть элемент данных. Ну вот, теперь эта штука работает. Угу. Взломать лифт в центр связи. И теперь я должен вернуться на обратно, я так понимаю. Во. Сейчас будем играть во взломщиков. Попробуем. Взломать блогера надо, короче. Какой код? А. Что, блин? Так. 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 А. А где у нее револьвер? Я же взял его. Выбрал. Как прицелиться? Ну, то, что мне дали револьвер, это значит, что придется скоро пострелять. Как бы я этого не хотел. Вот, все-таки я вернулся назад и... Сейчас совсем назад надо будет возвращаться. Дымовая шашка. Чертеж дымовой шашки. Давайте я зайду сюда, мне интересно. А-а-а. Сейчас еще раз взломаем. Так. Надо быстро-быстро вот так. Вот так. Вот так.
Класс. Отлично. Да я хацкер, оказывается. Еще тот. Осмотреть, что у нас тут есть. Fire Ethanol. Это хорошо. Опять очередной жетон. Непонятно зачем. И послушать. Начальник декомиссии Портер. Говорю с техподдержки. Слушайте, Уэйтс. Этот самописец пуст. Я нарушил бог знает сколько соглашений конфиденциальности. И все зря. Там только логотип Вейланд Ютани и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить. Так что, либо кто-то на борту Нострома нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Я не могу, получается. У меня еще... О, нет места для сенсора. А нахрена сенсор нужен? Что-то я как-то не вкурил в эту тему. Ну ладно. О, если что, тут есть где спрятаться. Так. Ух ты. Ух ты. СШГ. Что такое СШГ? Чертеж. Смотреть меню. Где? Архивные журналы, журнал персонала. О! Лоренс, технобашня. Уильямс. Не знаю, в каком-то меню мне сказали смотреть. Хлам возьмем. Ты как? Хлам, хлам. Хлам, нет места для хлама. Да и создать-то я особо кроме аптечки ничего не могу, и то для нее не хватает компонентов. Сейчас еще раз. А, во, СШГ. Ой, блин. А я могу это сделать? А что такое? Детонирует при ударе и наносит увечий. Я подругу... Ладно. Оглушает всех в зоне поражения, ослепляет тех, кто смотрел в сторону вспышки. Андроиды невосприимчивы. Что за андроиды? Еще с роботами драться буду. Взрыв привлечет внимание. Ладно, сделаем. Клей, сенсор, взрыватель. Создать. Предмет создан. Как этим пользоваться? Я могу сделать еще один, мне кажется. Да, я могу сделать еще. Освободим немножко места в нашем джетпаке. Создан предмет. Найс. А давайте я его выберу. Ты это просто взрывалка, короче. Хорошо. Револьвер. Сейчас я зайду обратно, возьму предмет и пойдем с вами дальше. Все, сенсор подобрали. Идем назад, 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 назад. Открыто, я надеюсь. Ага. И хочется верить, что те чуваки сюда не пришли. И они не пришли. А я сейчас, пожалуй, сохранюсь для сохранения... Опять же, интриги, и в следующей части мы с вами продолжим. Здесь было на самом деле очень интересно, а дальше будет еще круче, я уверен. Всем спасибо за просмотр, с вами был Максон. Пока.